Информация к данному видеоролику взята из группы ВКонтакте The Game Swings. Доброго времени суток, меня зовут Настя, и вы попали на канал Элумика. Сегодня я расскажу вам о том, как можно легко и просто поменять определенный костюм Блум на базовое превращение. Внимание! В данном видеоролике я буду рассматривать только замену модели на базовое превращение. Я пыталась заменить один из нарядов Блум на модель другого персонажа, однако после его применения игра отказывалась работать с данным костюмом. В панели одежды можно было посмотреть на то, как работает моделька, однако играть с ней не получалось. Но подобные махинации можно проводить со второстепенными персонажами. Изменение модели никак не будет влиять на кат-сцены и диалоги персонажей. Меняется лишь визуальная составляющая игрового процесса. Для того, чтобы поменять модельку, нам понадобится значок игры на рабочем столе, через который мы с легкостью сможем найти расположение всех файлов игры. Кликаем по значку правой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт «Расположение файла», после чего открывается папка со всеми нужными файлами. Советую ничего не трогать, дабы не изменить ход истории вашей игры, ну или просто, чтобы она не сломалась. Открываем папку «Медиа», затем переходим в папку «Characters». Перед нами высвечиваются все персонажи, которых вы могли встретить в игре на протяжении всего геймплея. Но нам потребуется только Блум. Открываем папку «Блум» и находим файлы с названиями коллекции ее нарядов. Нам потребуется 22 элемента, которые мы по-хорошему скопируем в пустую папку. Для чего это делается? Для того, чтобы в случае поломки вы смогли восстановить все файлы и вернуть все на свои места. Настоятельно рекомендую это сделать, поскольку я уже успела накосячить с одним костюмом, о котором вы сможете узнать на будущем стриме. После того, как вы скопировали костюмы в пустую папку, возвращаемся к списку всех персонажей и выбираем папку Bloom X. Находим там файл bloomx.smo. И копируем его в другую папку, не относящуюся к моделькам. Именно с этим файлом мы будем работать дальше. Вновь возвращаемся к папке Bloom и выбираем тот костюм, который мы бы хотели заменить на базовое превращение. В моем случае это бальное платье, которое Лума сделала для Блум во время первой встречи. Советую и вам выбрать такое же. Нажимаем по костюму правой кнопкой мыши и переименовываем, тем самым копируем название документа. Старайтесь не допускать ошибок в данный момент. Возвращаемся к документу с названием bloomx.smo и переименовываем его, меняя название на скопированное ранее. Молодцы, большую часть работы мы сделали. Возвращаемся к обычной папке с названием Bloom и отправляем туда наш волшебный файл с заменой. Проверяем, все ли мы сделали верно. Если нет, вернитесь на несколько минут назад в ролике и все перепроверьте. Как только вы убедитесь в правильности выполненной работы, смело запускайте игру. После того, как вы зайдете в нее, вы сможете перейти в раздел костюмов и увидеть базовое превращение на модельке бального платья. Выглядит это очень классно и здорово. Во время бега и обычных действий игра не лагает и не выдает ошибку. Подобные махинации можно проводить и со второстепенными персонажами, что я часто замечала у игроков. Выглядит это забавно и хоть как-то разбавляет игровой процесс. Надеюсь, что данный видеоролик вам помог, а если это так, то не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Особую благодарность я хочу выразить группе, которая опубликовала данный туториал. Ссылку на эту группу я оставлю в описании, там действительно много полезной информации. Ну а что касательно туториала, он и мне помог в свое время. Огромное вам спасибо. Ну а я с вами прощаюсь, всем удачи и всем пока. С вами была я, Элумика. Приятной игры!